В Омске пенсионерам навязывают чудо-кастрюли за десятки тысяч рублей. Тем, у кого нет всей суммы с собой, предлагают оформить кредит под большие проценты. МЧ приглашают на презентацию уникальной утвари, а затем заключают с ними договор. Чаще всего дело заканчивается судом. Елизавета Василевич продолжит. Кастрюля, сковородка, вкладыши для пароварки стоимостью более 65 тысяч рублей. А также подарки в виде одеяла, подушки и столовых приборов. Приобрести такой набор пенсионерку Светлану Жернакову уговорили на презентации посуды представители компании «Эковитал Импорт». Женщина внесла аванс в размере 25 тысяч рублей. Остальную сумму, около 40 тысяч, предложили оплачивать в кредит. Пенсионерка не сразу поняла, что ставка 27% годовых. Прочитать договор толком не дали, очень уж торопили. Говорит, ну вот если вы возьмете, вы можете платить 1830 кредит в месяц. Ну я так подумала, говорю, ну наверное я смогу. И с этого у нас все началось. Он, давайте вот это самое паспорт будем оформлять тогда. Я говорю, паспорта у меня нет. Они нашли машину, со мной поехали домой, взяли паспорт, приехали и начали, значит, вот оформлять. В спешке мы это все дело оформляли. Я особого внимания и не обратила, на какую же сумму я вообще выхожу. Они мне не сказали. Эксперты говорят, предприимчивые торговцы действуют по одной и той же схеме. Ищут пенсионеров, а затем уговаривают их приобрести посуду в кредит. При этом условия договора им не раскрывают. Впрочем, выход можно найти. По закону у человека есть 2 недели, чтобы вернуть товар и получить свои деньги назад. Специалисты подготовят заявление о расторжении договора как в банк, так и в организацию, которая навязала этот кредит. То есть именно в той, где вы получили этот набор посуды или набор каких-то других вещей, и с кем вы заключали кредитный договор. Также мы звоним на горячую линию для того, чтобы поставить в известность о том, что гражданин желает прекратить этот договор и желает вернуть посуду, а взамен получить свои деньги. Офиса компании в Омске нет. «Эковитал Импорт» зарегистрирован в Москве. Для презентации товаров представители фирмы обычно арендуют помещение. Пенсионерка при помощи юристов написала заявление в банк об отказе от кредита, а также претензию о расторжении договора купли-продажи и возврате денег. Вы написали претензию, ожидайте, мы получим претензию, вам ответят по адресу на Светлану Васильевну. Если компания откажется принять товар обратно, выход только один – обращаться в суд. Эксперты говорят, представители фирмы «Эковитал Импорт» работают по всей стране, предлагая приобрести посуду за баснословные деньги. Они пользуются тем, что далеко не все знают – вернуть деньги и отказаться от навязанной покупки все-таки можно. Специалисты рекомендуют, не подписывайте никаких сомнительных документов без консультации юриста. И помните, если от вас требуют принять решение в кратчайшие сроки, скорее всего, это обман. Елизавета Васильевича, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.